В Актюбинской области завершается ремонт дороги Актюбе-Кандагаш. Этот участок – часть масштабного проекта по реконструкции транспортного коридора Актюбе-Атрау – граница Российской Федерации. До конца года работы планируют завершить и открыть трассу. Наталья Салькова расскажет. Еще несколько лет назад дорога по направлению из Актюбе в Кандагаш была вся в ямах и ухабах. Ездить по ней было опасно, говорят жители близлежащих населенных пунктов. Поэтому ремонта трассы ждали давно. К ее реконструкции приступили в 2021 году. Я сама работала в Алге, в центральной районной больнице в отделении хирургии. На этом участке между Алгой и Кандагашем часто аварии случались. Всех пострадавших к нам привозили. Все из-за проблемной дороги. Я живу в селе Тамда, часто езжу в город по делам, работаю в Актюбе. Сейчас дорога хорошая, за полчаса доезжаем. А раньше бездорожье, разбитая трасса была. Больше часа тряслись в пути. Машины ломались из-за этого. Долго ждали мы эту дорогу. Общая протяженность дороги 96 километров. Из них 75,5 соответствует первой технической категории с четырехполосным движением. На всем остальном протяжении две полосы. За качеством применяемых материалов и строительных работ вели строгий контроль, говорит генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев. Отобрано 2700 проб различных материалов. Из них около 3,7% было выявлено несоответствий. На сегодняшний день все выявлены несоответствия, подрядчика полностью устранены. Данная дорога на сегодняшний день соответствует требованиям технических нормативных документов. Ежедневно по этой дороге проезжает порядка 7 тысяч автомобилей. Сейчас движение открыто по двум полосам. Через месяц планируют полностью ввести трассу в эксплуатацию. Укладка асфальтового покрытия на всем протяжении практически завершена. Сейчас идет обустройство дороги, комментирует ход работ представитель подрядной организации Сейдахмет Кушабаев. Ход Кандагаша сейчас полностью эксплуатируется. А на первую категорию сейчас обустройство дороги, знаки, освещение, барьерное ограждение, такие работы ведутся. По первой категории где-то 14-15 лет срок службы. Гарантийный по контракту 2 года у нас. Дорога Актюбе-Кандагаш – часть большого проекта по реконструкции трассы Актюбе-Атырау – границы Российской Федерации. Его реализация имеет большое значение для регионов, говорит глава управления Комитета автодорог Нуртилек Хасенов. Общая протяженность коридора 884 километра, из них отремонтировали 732 километра. В целом проект разделен на три участка. Это первый участок Актюбе-Кандагаш. Второй участок этого коридора Кандагаш-Махат протяженностью 359 километров. Работы по реконструкции завершены в прошлом году. И третий участок – это у нас Актюбе-Атырау-Астрахань протяженностью 270 километров, где мы тоже до конца этого года планируем завершить основные дорожно-строительные работы. Тем временем в Актюбинской области приступает к реализации еще одного крупного дорожного проекта. Речь идет о трассе Актюбе-Храмтау-Карабатак-Улгай-Сын, которая давно требует реконструкции. На первом этапе отремонтируют 28 километров дороги. Наталья Салькова, Надин Молдабеков, Актюбе, 24 КИЗ.